Ретромания с Андреем Разиным. По итогам 93 года решением Союза журналистов России Валерий присуждается звание «Человек года». Это действительно было на фоне разгона парламента, на фоне выстрелов танков по Белому дому, на фоне горения нашей демократии, которая горела черным пламенем. Вы видели, что творилось с нашим Верховным Советом. И был единственный светлый голос, единственное было такое светлое вторжение в нашу действительность. Это голос Валерии. И не присудить просто Союз журналистов России Валерии именно звание Человека года не могли. Поэтому я считаю, что это яркое событие, которое сгладило в то время и помогло Валерии именно ощутить себя значимой певицей в то время, в 93-м году. И как начинающая певица, она практически и сыграла еще большую политическую роль в 93-м году, когда смогла своим вокалом, своим мастерством и своим талантом привлечь внимание всех лиц, которые могли тогда сказать о том, что это действительно событие года. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, «Ретромания» с Андреем Разиным. С начала 93-го года Валерий работает над альбомом «Анна», который поступил в продажу в июне 95-го года. Долгое время «Анна» занимала лидирующую позицию в хит-парадах продаж и радиостанциях России. Премьера концерта программы «Мама» и программы «Анна» состоялась 3 декабря 94-го года в городе Киеве. И уже через несколько дней Валерию ждал аншлаг в Большом Кремлевском дворце съезда и
далее этот концерт продолжился и в Санкт-Петербурге, в Большом концертном зале «Октябрьский». Я хочу сказать, что именно эти концерты прошли под полными аншлагами, что как раз-таки тогда поразило вообще все наши умы, всех наших продюсеров о том, что за такое короткое время девчонка могла добиться таких успехов. Это говорит о том, что у нее очень было все-таки большие природные данные, которыми она пользовалась. В декабре 95 года вышел уже CD «Моя Москва», а в 97 году Валерия написала альбом «Фамилия. Часть номер один». Концертная программа именно «Фамилии» прошла 7-8 декабря в 96 году в Большом концертном зале «Октябрьский» в городе Санкт-Петербурге, а потом и в городах России и ближнего зарубежья. Когда зима устанет где-то на полпути, когда растают реки, будут идти дожди, эти дожди пройдут, и снова придет зима. Я не дождусь ее, мне не нужна она. Самолет легко меня уносит через год. Я не вернусь сюда, но кто тебя опять об этом просит? Когда мы расстаемся навсегда, «Ретромания» с Андреем Разиным.
с 96 года и 98 года Валерия преподает в музыкальной академии имени Гнесиных. Я помню, как ее Иосиф Давыдович Кобзон уговаривал все-таки прийти на преподавательскую стезю, и в то время я был уже вице-губернатором Ставропольского края, и мне очень приятно было, что именно в 96 году я сдал пост ректора Института культуры Ставрополя и Ставропольского края, и в 96 году стал вице-губернатором Ставропольского края. Мы разговаривали с Валерией, которую я успокоил и сказал о том, что преподавать, будучи очень популярным исполнителем, это тоже приятно, потому что многие ученики, многие студенты, которые пришли в этот замечательный вуз, в Академию имени Гнесиных, будут гордиться тем, что у них преподавала непосредственно мастер такого классического пения, как Валерия. И она дала такое добро и проработала в этом качестве 2 года. Кстати, по сегодняшний день те студенты, которые у нее учились, и те исполнители, которые прошли мастер-класс у Валерии, по сегодняшний день ей очень благодарны. Я многих знаю таких артистов, которые говорят о том, что во многом то, что они поют сегодня очень хорошо, это заслуга, конечно, Валерии. Никто, кстати, из моих друзей, очень многие не знали о том, что Валерия еще была преподавателем. Это очень приятная такая страничка ее жизни. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Смолкнут крики птиц, звездный замечу я, свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть. Миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь. Ретромания с Андреем Разиным. 27 июля 2000 года в одном из самых продвинутых клубов столицы, Буда-Бары, состоялась презентация первого интернет-альбома Валерии. Это действительно была бомба, это действительно был такой всплеск. И вот уже с начала 2000 года Валерия начинает активную гастрольную деятельность. Первый концерт Валерии с новой программой «Не обижай меня» из серии всеукраинского тура 2000 прошел в Киеве 1 октября 2000 года.
2000 года в концертном зале «Украина» при настоящем переаншлаге. И вот можно считать, что с 1 октября 2000 года Валерия уже стала высокооплачиваемой и очень гастрольной певицей, которая могла уже ездить по городам нашей страны и собирать уже огромные дворцы спорта и стадионы. В конце апреля Валерия получила диплом российской фирмы звукозаписи «Рекорд 2001» в номинации «Радиохит года» за песню «Рига, Москва». А чуть позже получила приз в номинации «Радиофаворит года» профессиональной национальной премии имени Попова в области радиовещания. Я считаю, что это очень престижные были награды для нее, потому что действительно она их заслужила. Задержка рейса, Рига, Москва, до 6 утра. И я не знаю, как мне скоротать эту ночь. На темном небе время прилета, звездное табло. Не астроном я, чтоб не разгадать его точно. Вернешься, и я буду рядом с тобой. Та чашка кофе твоя не остынет в маленьком кафе. Открыту в полночь для нас, как всегда, за двиной. Три огонька у созвездия Девы мерцают. Ретромания с Андреем Разиным.
В мае 2001 года Валерия подписала контракт с крупнейшей компанией производителей молочных продуктов и йогуртов. Это, кстати, тоже очень интересная страничка ее жизни. И рекламировала новейшую продукцию этих компаний. Не будем говорить эту марку, чтобы не делать дополнительную рекламу. Но именно тот момент, когда она стала работать с рекламой, она очень многое поняла в этой жизни. И, как она сказала, что именно вот эти короткометражные клипы, короткометражные возможности делать такую вот рекламную продукцию, которая продвигала торговлю, очень много подвигло ее к переосмыслению тех клипов, которые она снимала, и она стала подходить уже совершенно по-другому к съемкам своих клипов и записывать их совершенно по-другому, и по-другому стала воспринимать вообще творчество. Птиц, боюсь спугнуть.